Старт дан. С сегодняшнего дня официально начались торжества, посвященные юбилею Алросы и алмазной столицы. На стадионе «Триумф» прошла спартакиада среди участников лагерей труда и отдыха. Возраст участников до 12 лет. В первый день соревнований провели игры по мини-футболу и пионерболу. 12 июля состоится шведская эстафета и церемония награждения победителей. Начинается мероприятие в рамках празднования юбилейных дат. И мы спортивной частью спартакиады лагерей труда и отдыха. Традиционно она у нас проходит уже на 8-й год подряд. Пользуется спросом. Дети ждут это мероприятие. Мы готовимся. У нас в спартакиаду ходят три вида спорта. Это вот сейчас идет у нас мини-футбол, пионербол. Завтра у нас состоится шведская эстафета и закрытие спартакиады. Будут дети, все призеры, победители будут награждены подарками детскими, наградной продукцией. Я думаю, что все останутся довольны.